Здравствуйте. Я решила пожрать снова. И вам того же желаю. Новеньким привет, стареньким. Здорово. Я тут хожу по холодильнику, шныряю. И не знаю, что пожрать. То ли пюрешку охота. Блин. У меня тут свечи горят. Извините, я колдовала немножко. Вот. Сейчас я пюре погрею. Пюре. О, господи, мимо на плитку еще бросила. Вот. Чуть-чуть совсем сделаю пюре. Нет. Есть пирожок. Очень вкусный. Подождите, я тут косточку еще себе одну выберу, погрею. Давай. Это было кученько. Все путем было. У вас как вообще сегодня настроение вообще? Что делаете? Скорая мчится кому-то плохо, что ли? Не болейте, скорая летит. У нас там асфальт делать собираются, зараза. Так не знаю, в каком году они его сделают. Они все только собираются. Мы землю эту трактористу еще заплатили, чтобы нам землю эту утрамбовали, как заезд, чтобы был для машины. А теперь, оказывается, эту землю надо нахрен вообще убирать. Потому что асфальт будет стелить. И нахрен мы платили. Поняли? Вот так вот и живем, как и все. Я же оттуда съехала. Значит, все. Трубы поменяли, асфальт постелили, тропинку сделали. Живи, не горюй. Описали мы про тополя сколько лет. И то потом еле выбили, чтобы нам их тоже спилили. Потому что соседи спилили, а у нас ни хрена не спилили. И все сказали, что а у на вас, говорит, на ваш дом заявки не было. Я говорю, что берега попутали. Как это не было, если мы все когда ходили, подписи собирали. Бумага же есть. До сих пор. Что уж наговаривать-то на нас? Ца. Чеснок. Окошко открыла. Надо немножко проверить. А тут попахивать стало уже. Немножко. Наши гости на нашем аккаунте объявились. Я тому рада. Я вчера вас повидала. Обрадовалась. Спать легла с хорошим настроением. Услышали меня? Мою просьбу, да? Что я халтурить не позволю. Отрабатывать надо свои прогулы. Мне еще отчет никто не написал. Где вы гуляли все эти дни? Охренеть! Вот у меня поесть. Не про вашу честь. Вам желаю тоже пожрать нормально. Дай бог вам здоровиться. Сейчас косточки отварю. Бульончики, кастрюльки. Я бы, конечно, бы борща сварила. Но у меня этой нету. Свёклы.
посадила в огороде, хрен его знает, где она там. В следующем году найду. Здорово, мой маленький принц. Вон у тебя налито. Сейчас мой милый приедет. Мой маленький отключился по делам. Потом приедет. А какая маленькая? И я пойду банки. Надо мне из огорода забрать банки. Максут, иди, пожалуйста, в комнату. Я еще не открыла. Я здесь открыла проветрить. Потому что здесь уже пахнет куриным помятом. Все вернулись на свои места, потому что... Понимаешь? Вот. Кофе по 6 минут пить сегодня. И что? Толку-то? Я своими криволупыми лапами разлила на свою пузу и на ляжку. Красный, как пузырь теперь второй. Болит. Кипяток. Кофе пролила. А я две этих кружки намахнула с утра кофе. Что-то молочка мне горячего подогрел. Кипяточка такого. Я хлебанула. Чесночок. Мы сейчас чеснока нажрались на ночь. И спать пошли. Чтоб друг от друга еще раз не заразить. У меня вчера вечером горло как заболело опять, блин. Горячее молоко утром попила. Все, откашливаться стало нормально. Сопли вонять перестали. Вот. Идем на поправку. Что, трясучка началась, что ли? Смотрите, как вкусненько у меня. Я ухи хочу. Или мой вот. Солененькой. Вот. Вы что хотите? Что сегодня поели? Какой салатик? Без этих калорий. Калорийные, не калорийные ели. Хорошо, когда ногти длинные. Подковырнул мозги. И все, съел. Яичко получилось не очень-то. Не так надо было его пожарить.
Ну все, я поела. Сейчас чайка попью. Зараза. Поперхнулась я. Жирными поклями взялась. Да ладно. Ничего страшного. Холодный чай. Сало еще кусочек съем. Ничего себе, блин, Вася! Ни стыда, ни совести. Рыгает как большой. Зараза. Так бесит, когда в зубах застревает, да? Второй раз стираю за утро. Это я потом доем корочки. Вам хорошего денька. Увидимся на даче. Я сейчас маленько в шоке нахожусь. Он со вчерашнего дня не оставляет в покое мои сандалии. Снимай мои сапоги быстро. Я их почистила, все, они чистенькие. У меня сохли просто на батарее. Вот. Я полы помыла пока. Вот сопливая сидит. Мадам. Я его замочила, пока пузо себе когда обожгла. У меня каплю показывала. Пришлось чехол снять, пока сушится.